И всем привет, ребята! Сегодня я вам расскажу, почему. В общем-то, я долго отсутствовал на YouTube. Да, вот я вам сегодня наконец-то расскажу. Ну ладно, мы приступим к игре «Говорящий Том. Бег за золотом. Герои». Я скачал на него взломку. Еще раз извиняйтесь, то, что меня не было долго на канале. И то, что от меня много вот подписалось прям. Я думаю, лучше можете вы, пожалуйста, на меня подписаться. Я знаю, что я виноват. Я вот так вот долго отсутствовал. И в общем, вот. Мы сейчас будем открывать это, кристаллы. Прям почти что уже закончились. Я скачал взломку. Вот, если вы не видите, давайте я вам увеличу меню модификаций. Видите ее? Вот тут она. Я вам даже сейчас подчеркну. Вот. Вот так. Видите? Вот тут она. Вот так. О, блин. Вот тут она. Вот тут. Вот тут. Вот это меню модификаций. Ссылочку я оставлю в описании, пожалуй. Поэтому у меня здесь есть этот мод на бесконечные деньги, который увеличивается. При этом у меня сейчас одну деталь, видите? Например, у меня там эта деталь не хватает. А мы будем продолжать открывать нашу костюмчик. Джинджер уже почти что она же готов. И по-настоящему. Ну, а так он уже готов, да. Мало кто, наверное, не понял просто. Будем продолжать открывать легендарные ящики. Найс, почти что закончили. С этим костюмом. Гингера, Хинкера. О, Бен, это костюм. Чем Бен единственный костюм, это такой вот. Какой-то. Давайте открывать дальше сумочки. Это чей? А, это Хэнк. У него еще одна деталь, и он закончен будет по-настоящему. Так у нас уже закончен. Понимаете, уже закончен у нас. Анджа. Она мне нужна ты пока что. Ого, тебя на Анджу везет. У него 6 деталей, вот это да. Ух ты, сколько у меня ультра сундучков. Будем их открывать. Ух ты, Джинджер уже прям... А, нет, это не тот Джинджер. Наверное, имеет другой Джинджер костюм от него, это чей-то. Это Атома, легендарный. У меня все скины уже так и так открыты. Так, Джинджер, капец, он тебя вот этот фиолетовый костюм везет. Скоро мы тебя вообще откроем полностью. И вот теперь Анжела у нас. Надо просто открывать ультра-сундучки, чтобы получить немного денег. 3 минуты уже открывается этот сундучок. Ух ты. У меня уже один костюм был закончен. Надеюсь. Это чей? Это костюм Томчика. Томчика Керончика. О, это зелененькая Анжела. Почему зелененькая, я так не понял. Давай уже быстрее заканчивайся. Хочу поиграть. Е-мое, не открывать здесь ультрасундуки, блин. Целую вечность. За тебя я не могу это делать, я видел, потому что я долго отсутствовал. Надо как бы... 1 миллион! Охренеть, у меня 1 миллион. Охереть. Это вообще не то... Это нет, ребят, это не взломка уже на деньги сразу. Это я его сам накопил. О! Ребят, это же легендарный костюм, это еще старый. Мне кажется, это... Или это раньше такой не было его. Или раньше он был, только не за такой пропуск героя. Э? Вот это да! У нас, значит, почти что уже легендарный костюм Джинджера. Ребят, вот он. Легендарный костюм, который в следующем или после следующем. Ну, или после вообще... Не знаю, вот он. Видите его? Видите? Я вам обвожу его таким красненьким. Такой он красивый. Смотрите, его очки, его наушники. Давайте его, например, выделим. Я прям хочу его полностью выделить. Давайте сейчас... Это, собственно говоря, сделаем каким-нибудь, не знаю, вот таким он зелененьким.
Вот тут твои наушнички. Тут так. Так, так. Так, так, так. Я только его форму выделю. А, капец. Он какой-то у меня на панду похож, ребят. Ой, я ржу не могу. Джинджер! Капец, это какой-то пандочка у нас. Ну что, нет. Ё-моё. А бьё называется Джинджера. Вот такой костюмчик у нас. Хе, или он раньше был, только не за пропуск героя, не пойму. Напишите в комментах, пожалуйста. Мне бы еще вот эти кристаллы подтянуть. О, у меня же новый костюм, блин, открылся, правда. А теперь такие гаечные. Нет их в настоящем наборе. Целых 20 нам надо открыть сейчас за какую-то награду, не знаю. Ребят, если что, видео не только про открывание сундуки, мы потом будем продолжать. Просто мы затягиваемся. Я не хочу потом ставить на паузу, потому что мы потом можем потерять много чего. Вы, может быть, здесь какой-то костюм будет очень мега эпический, хотя который у меня уже открыт. Ном. Сколько я же был, блин, я открыл? 6? А не 4? Я вообще не знаю, сколько я открыл. 8? 4 или 5, думаю, уже. Не знаю, я уже, наверное, много открыл. Ладно, будем открывать, пока не закончится. Этот гаечный какой-то сундучок нам надо было, ну, где-то открыть сейчас. Сколько-то, блин, нам надо этих открыть? У меня уже 6 минут такая гайка, идиот. А чё у меня какой-то бесконечная такая штука? Потягивай. Или мне какую-то награду великую дали во всем игре. Даже ни у кого, думаю, такого не было. Ребят, в смысле, сейчас насчет несколько этих не закончится. Если это на 10 сейчас не закончится все, я буду сам пропускать их. Так, 9. 8. 7. Оу, 6. Жаль, жаль мне. 5. 4. 3. 2. Ё-моё, какой он длинный этот период. Сколько нам еще сейчас заодно почитаем? 1. Все сколько? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ой, ну тут до хрена еще. Писец, здесь еще до хрена. Капец. А все, у меня наконец-то. Ё-моё, так бы он уже, правда, бы закончился и все. У меня новый скин открыт. Даже вот этот за 90, за 100 евро в Германии, ну... В Европе стоит он 100 евро. Сейчас, кстати, война началась в Украине. Вообще за мир это... Все успокоилось. В Европе это действует сейчас. Вот, кстати, вот. Где тут костюм? Вот этот, ребят, видите? Вот, вот, вот он. Он какой-то даже незачитанный. Или я уже его открыл, значит? Я вообще не понимаю. Давайте посмотрим черненького, значит. А да, значит... Эй, я уже комплект открыл, что ли? Лол. Удивительно. Ёпкин-копкин. Ты правда интересно выглядишь. Бро, сади вот так. Давайте его всего обведем. Красавчика нашего. Тома. Мне кажется, он сам красивый. Такой же, как Инджинджи. Вот я его обвел. Давайте еще его так обведем. Ё-моё, игра, капец, ты крутые делаешь костюм. У меня еще есть первый, это Том бег за золотом. Либо я потом на него еще сниму. Вот такой у нас Том герой. Чё ты там Хэнк жопой свой трясёшь? Другие даже анимацию не делают, этот Хэнк, блин. Кого же мне выбрать? Давайте так, 1, 2, 3. На 10. 4, 5, 6, 7. А нет! Давайте сначала. Ну-ка, давайте Томика. Давайте их по оригинальным костюмам все выберем.
Чтоб, ну это я имею в виду, чтоб это. Ну сейчас я их все выберу по оригинальным костюмам. В общем, вот, я все выберу по оригинальным костюмам. Так, раз, два, нет, где там Хэнк был? Вот тут же, где Анджел сейчас стоит. Он был последним. Короче, вот так. Раз, два, три, четыре, пять, подожди, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Хэнк! Сори, Хэнк. Ну что, мы за тебя поиграем? Ты сейчас, он нынче по-украински. Ураган возьмем. Давайте всех тоже сейчас скины нарядим, чтобы они как олухи не ходили в таких обычных. Ну, я предпочитаю желтый, чтобы это было отличие какое-то. Тут сейчас синих сделаю. А нет, было нельзя синим сделать, только красный. Почему разработчики бедные бы ничего не выбрали? Так, Джинджер, у тебя в магический костюм. Он уже почти что открыт, но я хочу он. По оригинальности у меня все открыты. Вот все, каждый открыт, смотрите. Каждый, даже за деньги вот тут Ома. Видите, даже он, вот этот вот, видите, этот легендарный костюм. Видите, он даже фиолетом светится. Не знаю, как он таким легендарным стал. Ну, красивый костюм, да-да. Никто не спорит, ты что, Том? Ты что? То, Том, это еще у тебя, правда, красивый скин во всем мире. Потому что аутфит это идеальный разработчик. Но я тебя не хочу таким нарядить. Хоть это красивый. Наряжу тебя в этот пропуск, кропуск, который героя. Нет, тупая реклама.